Всех желающих поделили на группы в зависимости от состава семьи. Возраст детей от 6 до 12 лет включительно. После краткого инструктажа команды вышли на старт. Им предстояло отличиться на нескольких площадках. На каждой особое задание, в котором задействованы все члены семьи. Сегодня праздник, День города. Мы всей семьей пришли поучаствовать, показать себя. Кругом солнце светит, кругом чистота. В городе настолько чисто, что даже вот на свежем воздухе мы можем спокойно отжаться. В любом месте можем заниматься физкультурой. В целом семьи должны были выполнить конкурсную программу ГТО, посоревноваться в дарте, бросках мяча в баскетбольное кольцо, парковом ориентировании и веселых стартах. Победители во всех номинациях получили памятные подарки.